Свою позицию по поправкам в Конституцию высказал и председатель Духовного управления мусульман Тюменской области. Сегодня днем он проголосовал на избирательном участке в селе Каскара. Так как мы все граждане нашей страны, нашей России, и мы как не только мы должны пользоваться благами, которые государство дает, но и исполнять какие-то обязанности. И я думаю, что вот та наша обязанность прийти и так или иначе выразить свое отношение к Конституции. Потому что Конституция – это основной закон жизни нашего государства. То есть основной закон жизни любого члена этого государства, любого. Поэтому необходимость то, что надо голосовать – это надо. А там пусть уже человек согласно своих политических воззрений голосует там за или против.